просьбой напрямую к главе сегодня Михаил Игнатьев провел прием граждан по личным вопросам. К руководителю региона обратились 5 человек. Жителей города Козловка волнует вопрос, когда и в их больнице появится колонофиброскоп. Этот аппарат необходим для диагностики. Важно, чтобы онкологии выявлять на ранних стадиях. Потому что в городе живет большинство пенсионеров. Он как раз предназначен для возрастной категории, как говорится. И приходится в данный момент ездить в город Чебоксары для обследования. Глава региона отметил, что колонофиброскоп в Козловке появится уже в этом году. Необходимая сумма заложена в плане модернизации районной больницы. 1 120 000 рублей, по предварительным расчетным данным, стоит это оборудование. В этом году практически поставка будет осуществлена. В этом году решится и вопрос жителей деревни Ипшики Вурнарского района. Они обратились к главе региона с просьбой отремонтировать спортзал в местной школе. У нас там очень много спортсменов, которые участвуют даже на российском уровне. Безопасное колесо, занимают передовые места. Стремление есть полностью модернизировать, отремонтировать данный спортзал и на это найти средства. На приеме у главы региона удалось сдвинуть с места вопрос ремонта Шумерлинского дворца культуры «Восход» и освещения участка трассы в деревне Сятрокосы. Местные жители делегировали на встречу с Михаилом Игнатьевым преподавателя школы и многодетного отца Родиона Григорьева. Мужчина говорит, что беспокоится о безопасности своих учеников. По этой улице находится школа, детский садик. Проходит трасса Аликово-Руснодемьянск. Освещение. Очень нуждаемся в освещении. За время работы общественной приемной Дмитрия Медведева сюда обратились десятки тысяч человек. Личные встречи помогают решить большинство озвученных проблем. 70% они разрешались практически в пользу этих людей. Отдельные вопросы есть, не хватает разъяснения, эти тоже моменты есть. Это важно для нас прежде всего для того, чтобы мы имели обратную связь. Люди же обращаются по разным вопросам в разные органы власти. Решение вопросов, озвученных сегодня, глава региона поручил не откладывать в долгий ящик. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков, Республика.